Ну, я же лично не выбирал этого президента. Соответственно, он действует не от моего имени. А на меня это повлияло так, что президент наш чмо. Полное чмо. И введенные санкции позорят меня как человека, допустившего того, что он пришел к власти и удерживается у власти. Это недопустимое вообще действие, что убийца находится на таком высоком посту, нажимает кнопки ПВО, и вообще впечатление такое, что у него съехала крыша. Вас как зовут? Ярослав.